Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплен Турнинг и читатели сайта Куплен Турнинг. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим вскрытие вот этой коробочки, в которой находится предположительно фотоаппарат Sony DSC-H300. Данная моделька имеет 20 мегапикселей, 35 оптический зум и 3-дюймовый жидкокристаллический экран. Куплен он на сети магазинов Nvidia с хорошей скидкой по супер цене, все как всегда. В комплекте идет кратенькая инструкция на русском языке, гарантийный талончик и карточка для регистрации на сайте Sony. Инструкция, конечно же, еще на английском языке есть. Работает фотоаппарат как с картой памяти, так и с оригинальным memory stick, также с SD форматом. Я решил поддерживать не только такой формат. Так, комплектация. В комплекте идет вот такой замечательный чудо-ремешок. Провод USB для того, чтобы скидывать фото. Да, фотоаппарат работает, кстати, на батарейках и на аккумуляторах. На обычных пальчиковых 2А или R6. Аккумулятор, соответственно, заряжать. В комплекте идут обычные батарейки. На самом деле это и плюс, это и минус, но чаще это плюс, потому что оригинальный аккумулятор стоит все равно очень дорого. Я думаю, где-то $50 и выше. Срок службы его ограничен 2-3 года, и покупать его все равно придется. Так, собственно, вот сам фотоаппарат. Он очень похож на модельку HX 100, 200 и 300. За исключением того, что функционал здесь немножко поменьше, хотя матрица, по-моему, такая же. Возможность режима автоматической съемки, ручной, видео, панораму фотографировать. Зум. Внизу здесь располагается отсек, в который можно умеючи вставить батарейки. Так, я держу его одной рукой, он сразу так и не открывается. Здесь вставляется разъем почти мини-USB. Все-таки попытаюсь скрыть этот чудо-разъем, который мне никак не поддается. Будь он неладен. Пардон. Ура! Этот разъем таки мне поддался. И вот, собственно, сюда можно ставить карту, одну из карт памяти. А сюда 3-4 батарейки, либо аккумулятора. Видоискателя здесь нету, все отображается на ЖК экранчике. Вот, собственно, весь обзор. Комплектация небогатая, так скажем, но вполне достаточно, можно достать и фотографировать. Да, карту памяти еще нужно воткнуть. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Экономьте деньги. Всего хорошего.